бытие – это называется возникновение. Так ведь? Не было и стало. А противоположный момент – было и не стало. Переход бытия в ничто. И вот эти противоположные моменты можно переформулировать. Переход бытия в ничто можно написать так. Записать даже. Бытие, прихождение – это бытие, запятая, переходящее в ничто. Можно так записать? Бытие. То есть прихождение – это бытие, переходящее в ничто. А возникновение – это переход в ничто, в бытие, да? Значит, можно так записать. Возникновение – это ничто, запятая, переходящее в бытие. И вот сейчас как молодежь обычно ставит вопрос. Давайте короче, короче. Так вот, бытие, переходящее в ничто, короче, это что будет? Бытие, переходящее в ничто, короче. Ну вот. Бытие, переходящее в ничто, короче, это что? Яблоко красное, короче, это что? Яблоко. Бытие, переходящее в ничто, короче, это что? Бытие. Бытие. Вот. Очень хорошо. Что мы получили? Что бытие, переходящее в ничто, это бытие. Ну, переходящее в ничто. То есть это действительно реальное бытие. Вот первое бытие, чистое, и ничто чистое, эти были абстрактными категориями, односторонними. А в жизни нет такого бытия, которое бы не переходило в ничто. Нету. Всякое бытие переходит в ничто. Правильно? Вот стол, он так вечный, что ли, будет? Не будет скоро этого стола. Мы-то будем жить вечно с вами, особенно вы. А стол? И тут даже вы будете возражать. А ничто? Нет такого ничто, которое бы не переходило в бытие. Правильно? Поэтому, когда говорят люди, где, приведите пример ничто. Ну, все есть пример ничто, потому что все во что-то переходит, правда, в какое-то бытие. А переведите пример бытия. Вот, всякое бытие переходит в ничто. Вот это реальное бытие и ничто. Ну вот тут какая получается вещь? Вот теперь следите за логикой. Становление, которое мы с вами изучали, есть благодаря разности бытия и ничто, правильно? Потому что бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие, благодаря тому, что они разные. Но бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Значит, разность бытия и ничто в становлении исчезает. А поскольку становление есть благодаря разности этой бытия и ничто, и становление исчезает. И все добытое нашим непосильным умственным трудом за предыдущие полтора часа исчезло. Логично? Давайте еще раз перепроверим. Становление есть благодаря разности бытия и ничто. Если бы они не были разные, то ничего другого бы не переходило. Правильно? Эта разность становления исчезает, потому что бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие, и значит, и становление исчезает. Правильный вывод? Правильный. И не надо оспаривать вывод, надо пойти вперед. Раз оно исчезает, то есть оно себя отрицает. Вот тут я хочу сказать об особенностях диалектической логики. В формальной логике, если мы что-нибудь отрицаем, стираем, исчезаем, его нет. А здесь отрицание всегда бывает с удержанием. Вот я про вас могу сказать. Вот я не знаю ваших родителей, но знаю, что у вас они есть. Правда? Вот вы есть отрицание своих родителей, они в вас. Это не значит, что их нет, но в вас, ваши родители. Вы результат их деятельности и жизни. Даже есть вот у одного из философов такое очень красивое высказывание. Родители в детях любят свою любовь. Красиво? Шопенгауэр сказал.
в детях любит свою любовь. И вот вы видите, как мамочка едет с ребенком, а ребенок копия этой мамочки. То есть в нем он есть отрицание мамочки, то есть он не мамочка уже. Но это отрицание с удержанием. Вот никакого другого отрицания диалектика, кроме отрицания с удержанием, не знает. Только такое оно отрицание и берет. Это отрицание с удержанием называется снятием. Вот это надо запомнить на всю жизнь. Отрицание с удержанием – это вот важнейшая философская категория, важнейшая операция логическая, диалектическая, которая означает снятие, так и называется. Вот я могу сказать, что рабовладение – это есть снятие первобытно-общинного коммунизма. Можно так сказать? Ну, то есть вот те орудия труда, орудия производства, которые выработаны в ходе первобытно-общинной жизни общества, 90 тысяч лет человечество жило при первобытно-общинном коммунизме, они что, исчезли с отрицанием? С отрицанием первобытного коммунизма? Нет. Они стали орудием рабов. И дальше стали совершенствоваться. Правильно? Более того, само рабовладение могло появиться только тогда, когда развились эти орудия. Пример. Мы с вами сражались. Только не так словами, как, а на самом деле. Вы из одного племени, я из другого. И вы победили. Но у нас производительные силы таковы, что можно прокормить только одного человека. Один человек может прокормить только одного. Двух не прокормить. Значит, кто-то из нас должен. Кто? Ну, вы же победили. Ну, да. Ну, все, значит, вы остаетесь. Я пошел. Там мне отсекли голову, и все. Поэтому, вот говорят, звери эти самые древние люди, они не брали пленных. А как можно брать пленных? Если вы пленного будете кормить, вы умрете. Если пленный будет работать, он себя прокормит, а вас нет. То есть какого смысла нету пленных одно. А еще он может вас убить, он же представитель другого племени. А вам нужно его охранять, а вы охранников будете кормить? Как вы будете их кормить, когда вы можете только одного человека прокормить? Все, пропало. То есть само появление рабовладения, само появление эксплуатации, которая, между прочим, одних людей освобождает от производительного труда и позволяет им заниматься наукой, искусством, журналистикой и другими хорошими делами. А другие должны в поте лица своего добывать хлеб свой. Так, хорошо. Была Древняя Греция, Древний Рим. А потом вместо рабовладения, рабовладение сняло себя, произошло снятие, отрицание рабовладения, эксплуатация осталась, но уже раба нету. Нельзя работника убить, а только можно бить плетьми. Это уже было. Тянулось это дело, что можно бить работника плетьми, и это законно чуть ли не до наших времен. Напоминаю известное вам стихотворение Некрасова. «Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сеную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую». Наверное, сам-то барин-то не бил. Такая услуга была. Отвезли туда, на сеную. Там ее воспитают, а потом обратно он ее забирает. Привозят. И она уже работает лучше. Вот студентов мы никогда не подвергаем таким операциям. Нам и такое не позволяют. Потому что это тоже отрицалась такая форма. И поэтому большой прогресс был человечество, когда человечество перешло к капитализму. Вот некоторые ругают капитализм. Ну, его можно и ругать кое за что, но кое за что ведь можно и похвалить. Он уничтожил всякую личную зависимость одного человека от другого. Вот нет личной зависимости. Правда, вот экзамен-то вы будете мне сдавать, а я буду принимать, но личной зависимости нет. Вы как бы свободны. Хотите – учите, хотите – не учите. Хотите – приходите на экзамен, хотите – не приходите. То есть как бы совсем-то уж такого, чтобы было все независимое, нет, но личной зависимости кто-то, чтобы был господин, а другие считались бы его работниками, этого нет. Правильно?
Все свободны. И самыми свободными являются как раз наемные работники. Дескать, вот я, к примеру, директор, собственник завода, я отягощен этим заводом, мне надо завод охранять, машины содержать, я должен на это все тратить. А вы пришли и спросили, нет ли у меня возможности поработать. Я говорю, вы знаете, у меня так мало денег, вот, такие затраты. Вы погуляйте свободно там. Ну, если не найдете нигде, приходите. Вы погуляли, день погуляли, два погуляли, три погуляли. А там такие же, как я. И мы с ними договорились, что меньше, больше не платить, чем вот я предложил вам. Вы потом приходите и говорите, да ладно, Михаил Васильевич, мы же с вами друзья, давайте я к вам наймусь. И нанимаетесь. И вы будете работать. Сколько часов работали в России в конце 19 века? Скажите, пожалуйста, в день. А? Нет. У нас ограничение рабочего дня появилось после стачки Морозовской мануфактуры, грандиозной. И в ходе этой стачки рабочие потребовали установления государством величиной рабочего дня, и рабочий день стал впервые нормированный 11,5 часов. До этого был 14-16 в России. 14-16. Вот работаете 14-16, дальше свободны. Потом 11,5 часов работаешь и свободен. После февральской революции, которая сейчас вот именно у нас отмечается, ожидали, что Временное правительство установит 8-часовой рабочий день, но оно занималось другим. Оно установило смертную казнь, если кто покидает линию фронта, и погнало, так сказать, на убой солдат. Поэтому рабочие явочным порядком после февральской революции сами, организованные, вводили 8-часовой рабочий день. А когда появился государством установленный рабочий день? Я вам не про японскую историю спрашиваю, я про историю России спрашиваю. Товарищи журналисты, патриоты. Когда появился 8-часовой рабочий день в России, установленный государством? При Александре. Когда? При Александре. Не, не при Александре, а при Владимире Ленине. Это одним из первых декретов был установлен 8-часовой рабочий день. Советское правительство в порядке известного нарушения демократии. Почему? Потому что вообще законы обычно устанавливает какой-то орган широкий. А тут правительство о войне, декрет о мире, что прекратить эту самую, всем предложить прекратить войну, и сделало реальные шаги по прекращению мировой войны. Раз. А передача земли крестьянам и разделение ее по едокам – 2. А о 8-часовом рабочем дне – 3. О рабочем контроле – 4. И тем самым советское правительство привлекло на свою сторону большинство. А до этого оно большинства не имело. И никак оно не могло иметь большинство, потому что большинство всегда имеет тот класс, у которого власть. Вот сейчас у кого у меня власть вот в этой аудитории? У вас или у меня? Давайте проголосуем до экзамена, потом проголосуем после экзамена. Поэтому мы тут должны быть материалистами в этих вопросах. Вот это снятие. Снятие означает включение всего. Вот я могу вот вам сказать, что раз вы результат отрицания своих родителей, а ваши родители, отрицание своих родителей, то есть и бабушка ваша, и дедушки, две бабушки и два дедушки у вас тоже, но в снятом виде есть. А про бабушки, их там вообще знаете сколько уже много? И так пойду, но дальше не буду идти, чем вот от первобытного человека. А то дальше уже там уже обезьяны пошли, уже так не очень смотрится. А так вообще, то есть каждый человек отдельный, индивидуальный, вот вы лично, включаете в себя всю историю человечества. Вы осознаете вообще ответственность? Какую на себя взяли ответственность, а? Ужас. Ужас. Я уже прямо даже от этого страшно становится. А теперь я еще добавлю к тому, что в своей природной
сути, как мы же все с вами животные, да? Как мы как животные конечные и смертные. А как люди, которые творят, вот то, что вы напишете, как будучи журналистом, это бесконечно и вечно. То есть кто-то, кто себя хочет обессмертить, пишет и издает. Вы книгу написали? Почему? Так, почему вы не написали книгу? Вы что, хотите постареть, как я хотите быть? Тогда писать нет. Потом некогда будет писать, по больницам будете ходить. Сейчас пишите. Это плохо, если молодые люди пишут книги. Ну, как вы думаете, вот большевики, вот они революцию делали, сколько им было лет? 60? 70? 27 лет было. 25-27 лет делегатом 5-го съезда РСДРПБ. А меньшаков, ну, 2 года больше. 27-29. Ну, молодежь, это же вот люди, которые новые, двигают вперед. А вы все ждете. А почему вы не пишете книгу? Рассказать вам, как книга пишется? Название сначала сделайте. Название, если придумаете, тему, это уже целое. Развитие идет от части к целому или от целого к целому? От части к целому. Как? От части к целому. Так, давайте, я даже вот не буду говорить, сами подумайте. Вот зародыш человека начинает развиваться в утробе матери. И сначала, да, нога, а потом нога к хребту идет, потом к голове, по частям. Где вы такой выдумали такую чушь? Вы извините, пожалуйста. Развитие всегда идет от целого к целому. От какого целого? От неразвитого целого к развитому целому. Вот знаете, как зародыш. Он сначала просто там комочек, клеточка и так далее. Потом что-то похожее на некое, так сказать, животное. Потом появляется что-то подобие головы, живот. Потом уже можно различить пол. Потом сердце когда начинает биться? Не сразу, да? То есть идет развитие от целого к целому. Вот когда вы название книги своей сформулировали, это целое. Это уже книга. Ну, не, находится в процессе чего? Становления. Возникновения. Вот вы журналист в становлении. Вот книга моя в становлении. Показали вы мне страницу, сказали, пишу. Вот название. А говорю, а содержание еще обдумываю. И все. А что вы так это выступаете? Я не пишу книгу. А тут вы наоборот. Да, я пишу книгу. А вы не пишете? Вам тоже советую. Ну, как себя поставишь? Я не пишу. Ну, значит, это вы не бесперспективный. А если вы пишете, вы перспективная. Я статью пишу для газеты. Я не знаю, возьмут или нет. Но вообще-то я пишу. Но если вы не напишете, точно не возьмут. А если напишете, может, возьмут, может, нет. А вы в другую пошлете. Они не возьмут, а возьму и вывесу на YouTube тогда. И черт с вами. Правильно? Что, вы не вывесите? Не знаете, где вывесить? Сейчас. Вот проблему нашли. Книгу, если не напечатают, вы ее целиком в интернет. Бац! Я буду читать с удовольствием. Говорю, это моя студентка. Мы с ней поговорили, она через месяц книгу написала. И мне хорошо. Как-то приятно, правда? Я вот и другим рассказывал, хочу и вам рассказать. У нас традиции вообще в университете были всегда, они во многом сейчас нарушаются. Такие, что молодежь должна вот быстро развиваться. И вот если нужно вам сдать экзамен, вот раньше у нас, вот на Матмехе было так, совсем рядом, на 10-й линии. Вот я, допустим, хочу сдать экзамен. Начался семестр. Я выучиваю какой-то предмет. Прихожу к преподавателю, говорю, а можно вам сдать экзамен? Говорю, пожалуйста. Я иду в деканат, беру направление. Преподаватель в этом направлении ставит оценку по экзамену, и этого предмета для меня больше нету. Я беру второй предмет, то же самое, третий предмет. Заканчивается второй семестр. Подступает июнь. Вот я, например, на втором семестре первого курса в мае закончил все экзамены и поехал к пионервожатым в пионерский лагерь в Поляны. И так все это сдавали, а мы там купали, загорали, а у меня все сдано. Что плохого? Ну вот сейчас, если кто-то попытается мне сдать досрочно, я не знаю, никого нигде не говорю, что вы? У нас не сессия. Нет. А почему нельзя вам сдать досрочно? Мы боимся, что вы меня обгоните? А что плохого, если вы меня обгоните? Вот у меня внучка есть маленькая, она так иногда философствует, говорит, ну, мы же должны быть лучше вас, а иначе зачем нас родить?
Ну, подумайте. Вот если вы моложе меня, так вы должны меня перегнать. А зачем тогда вообще вы родились? Это нормально же будет, если вы пойдете дальше, чем те преподаватели, которые вам преподают. Или преподаватели существуют для того, чтобы... А, что вы хотите меня обогнать? Душить надо вас, да? Душить на экзаменах там и так далее. Ну, что это такое? Ну, есть, конечно, обходные пути. Я, например, когда меня просят, говорю, хорошо, хотите завтра сдавать, вот в следующий раз приходите сдавать экзамен. Программу я вам выдал, вот вам дадут. Но только раз у нас сейчас оформить это невозможно при нынешней ситуации, я на бумаге вам напишу. Иванова, отлично, подпись. И вы мне должны эту бумажку принести на экзамен, когда у меня в руках будет. Ведомость, я поставлю ведомость и зачетку вашу, и все. А до этого вы гуляй, Вася. Пожалуйста. Но если вы не придете на экзамен, я поставлю, как это нас требует сейчас. Не явилась. Не явка. И тогда вас начнут таскать. А потом комиссия. А потом... Иногда бывает так, что кто-то за человека придет, ваш надежный представитель, это принесет зачетку, ведомость, бумагу эту, я поставлю. Но если он не придет, опять вы не явились. А так вот раньше можно было просто поставить, и все, вы забыли этот экзамен. Потом второй, потом третий, потом четвертый. Тем более вы заочники. Сейчас вообще как-то пинают заочное отделение. У нас уже нету на философском. Нету очень заочного. Но если вы думаете, что, что нет и другого противоположного течения, то вы ошибаетесь. Вот, например, есть магистры. Вот вы сколько лет учитесь? 5, а не 4, как бакалавры, да? Вот такая же ситуация с магистрами. Они, значит, 4 бакалавры и 2 года магистры. Магистр ничем не отличается от специалиста. Вот я специалист кончал. Специалист, что ли, плохо, что я специалист? Что-нибудь плохое есть в том, что я специалист? Магистр вообще не знает, что такое. Это просто нам нагрузку дают еще на 1 год. А так, в общем, никакой разницы нет. Еще лишний год вы будете деньги платить или время терять. Или просто, так сказать, содержать себя целый год, или родители вас будут содержать. А вот эти магистры, поскольку они на 6-м уже курсе, а я на 2-м курсе магистратуры читаю лекции там на конфликтологии, они вынуждены заниматься вечером. Знаете, во сколько они начинают занятия? В 17:10. То есть вечернее отделение закрыли, открыли магистратуру. Но на вечернем было много, а вот магистров 5 человек, 3 на лекцию, на занятия ходят 2, 1. Ну, когда один, я все равно лекцию читаю, потом мы вывесим ее. Но это из пушки по воробьям. То есть вот, вот это отношение. А ведь люди, которые занимаются, значит, вы чем-то заняты, вот уже люди работают, говорят, они уже журналисты, им только нужны корочки, они уже все это делают. Что по этому плохого? Это все закрывается, сворачивается. Вас еще не свернули. Или вот, допустим, курс я читал «Философия истории». Книгу даже написал, лекции по философии истории. Она висит на сайте Фонда рабочей академии. Можете почитать. Для историков 5-го курса. А 5-го курса теперь нету. Никто этот всем курс нравился, никто его не убирал. А просто нету 5-го курса вместе со всеми этими самыми предметами. И все. А бакалавр не имеет права пойти в аспирантуру, в отличие от специалиста, не имеет права преподать в ВУЗе. И когда у нас решили выпускные экзамены осуществлять с помощью работодателей, оказался работодатель директора школ и представители общественных объединений, а не представители ВУЗа. Вот такая картина. Так что... Возвращаемся к вопросу о снятии. Значит, всякое отрицание диалектическое всегда не состоит ни в каком уничтожении. Например, уничтожение частной собственности. В чем состоит? Что, взять, сломать заводы, фабрики, разбить станки, машины, землю перепахать, засыпать гарью какой-нибудь? Так или не так? Нет, не так. Что такое уничтожение частной собственности? Позитивное уничтожение частной собственности состоит в том, чтобы построить собственность общественную. Вот если удалось вам построить, то есть направить все производство в общих интересах, в интересах всех трудящих, без эксплуатации, это уничтожение частной собственности. А если вы что-то ломаете, это не уничтожение частной собственности, это головотяпство. Вот что это такое. Или
Возьму вечную проблему, которую все умничают, не будучи философами. Дескать, кто раньше, вот курица или яйцо? Вот как бы вы ответили? Вы журналисты, вы на все должны отвечать. Знаете, журналисты, еще не спрашивают. Они, правда, спрашивают все время, допрашивают. Но я тоже журналист, я спрашиваю, а кто раньше, курица или яйцо? Не знаю. Не знаете? А я знаю. Сказать? А куриное яйцо – это не курица, что ли? Это все курица. Нету никакого отдельного яйца. И это курица в становлении. Когда это становление завершится, будет курица. Поэтому нету такой вообще дилеммы. Ну, желудь – это дуб или не дуб? Ну, если дуб прорастет, как был дуб, так и будет дуб. Только это он был дуб как желудь, теперь дуб как росток, потом дуб как развесистый дуб. А потом с него желуди посыпятся. Это что, не дубы, что ли? Дубы. Ну, дубы. Вот придумали, понимаешь? Кто раньше? Это все дуб. Это все он же, в разрастадиях. Так, снятие – очень важная категория. Бесплатная. Почему бесплатная? Потому что мы как по ходу просто вот мы рассматривали становление его отрицания. И вот это отрицание называется снятием. И это надо снятие запомнить для всех других таких операций. Отрицание становления. Значит, смотрите, что получилось. Становление – это было беспокойное единство бытия и ничто. Ничто, ничто переходит в бытие, бытие переходит в ничто, беспокойство сплошное. Что является отрицанием беспокойства? Скажите, пожалуйста, вот вы человек спокойный, скажите, что является отрицанием беспокойства? Да, вы. Что является отрицанием беспокойства? Спокойствие. Молодец. Учитесь. Значит, отрицанием становления является что-то спокойное. Теперь это становление было не единством бытия и ничто. А что является вот отрицанием это вот беспокойное ничто? Уже единство или не единство? Единство это говорит о чем? О том, что это одно или о том, что тут несколько? Одно. Одно. Видите, вот посмотрите на меня. Я сейчас буду говорить, что я един сам с собой. Вы скажете, дурак пришел. Но я про вас не буду говорить это, я про себя скажу. Потому что нам не разрешено, так сказать, такие вещи про студентов говорить. Но я-то полный дурак. Вот представьте, товарищи, я един сам с собой. Ну, это же идиотизм. Вот, а вот мы с вами едины в своем отношении к философии. Чувствуете разницу? Вот единство. Единство предполагает обязательно, по крайней мере, двух. Согласны? У нас может быть единство мнений вот всех присутствующих, единство взглядов, единство позиций или... Партия Союза единомышленников. Что, единомышленники? У них мысль одна на всех. Так это люди пустые, если у них одна мысль на всех. То есть единомышленники, их обязательно должно быть много. Так вот, отрицанием единства является что? Это вот вы не сразу скажете. Вот это вот. Ну, как всегда бывает, самые простые категории, самые сложные для усвоения, трудные. Вот что является отрицанием единства? Разобщенность. Отрицание в единстве является простота. Но это же единство всегда сложное. Там всегда есть что-то два или три или четыре. Простота. Так вот, отрицанием становления является что-то спокойное и простое. Что спокойное и простое? Бытие. Есть что-то спокойное и простое. Вот что является отрицанием становления. Ну вот вы сейчас уже сказали мне, уже некоторые усвоили и взяли на вооружение, что я журналист в становлении. Когда становление ваше завершится, вы что будете? Спокойное и простое. Журналист. Без всяких там становлений. Правильно? Спокойное и простое. А что, становление вообще пропало? Ну, оно... Вы это забудете, то, что у вас было, что результаты? Вы же сами сказали, что надо все брать с результатом, с процессом. То есть становление будет в вас. Оно не налицо. Налицо спокойное и простое. Журналист, вот она. И портрет ее. Вот она, лучший журналист Санкт-Петербурга. Но она была же студенткой? Была. А значит, в ней есть и становление. В ней. А в становлении есть не только бытие, но и... То есть налицо-то только бытие. А в ней есть и отрицание. Ничто. Вот такое ничто, которое есть в ней или в нем, называется... Не догадайтесь. Ничто, которое в бытие, называется небытие. Не путать ничто и небытие. Ничто – это как бы свободное, незамужнее.
А небытие – это в нем. Вот, допустим, понятие жены – это же целое. Что означает жена? Это женщина, у которой есть муж. То есть про мужа идет речь. И только кажется, что про жену. А муж, если говорят, имеется в виду, что у него жена есть, вот она ему покажет, где он бродил это время. У нас был такой профессор Ряченко, очень остроумный, а жена у него татарка была, Алла Алимовна. А он украинец Саратовского разлива, из-под Саратова. Того участник Великой Отечественной войны и очень такой юмористичный. И вот однажды 16 часов профессора собрались, несколько человек. Меня пригласили как непьющего наблюдателя. И говорят, так, колбаски купили. Ну, то, что колбаски, хлеб, еще что надо. И звонок. Грященко Борис Романович, профессор, берет. А там ему жена объясняет политику партии. Он кладет трубку, весь тускнеет, берет свой портфель. И говорит, хорошо великому русскому народу. Он еще в 13 веке освободился от татаро-монгольского ига. И уходит. Он же рассказывал нам и про то, как муж под шкафом прячется, а жена с шваброй его пытается оттуда достать. А он оттуда говорит, я человек свободный, хочу, вылезу. Хочу, не вылезу. И третий рассказывал нам. Мужики собрались. Один говорит, я к жене. Он говорит, да еще не мужик, давай. И он, значит, наклюкался хорошо, приходит домой. А ты, говорит, придешь домой? И ты вот так вот, кто здесь хозяин, ты или я? И он так вот и сделал, пришел домой. Кто здесь хозяин, ты или я? Она берет сковородку ему, бац, по голове. Через 20 минут он... Глаза открывает, говорит, и спросить даже нельзя, кто здесь главный. То есть это только кажется, когда говорят, вот что жена – это вот о жене. Это вообще о семье разговор, правильно? Точно так же и о муже. Если муж, значит, жена есть. Вот жена меня придет, скажет, а где вы до 22 часов были, Михаил Васильевич? Скажет, я на занятия. Какие занятия, мол, до 22 часов? Так вот это спокойное и простое надо как-то назвать. Название не выведешь. Названия берутся из истории философии или из книги. Из книги наукологии название «Наличное бытие». Вот это спокойное и простое бытие, которое есть результат снятия становления, называется «наличным бытием». Наличное бытие. Значит, поскольку вы свободные граждане и грамотные, и сами можете читать «Науку логики» Гегеля. Сразу хочу вам сказать, что в последнее время она в страшном дефиците. Купить ее нельзя. Нельзя. Потому что раньше их издавала, «Мысль» покупали. Есть она в издании 1937-1938 года. Пятый том «Объективная логика», шестой том «Собрание сочинений Гегеля», «Субъективная логика». В 1971-1972 годах, в 1973 году вышли три книжки «Учение о бытии», «Учение о сущности», «Учение о понятии». Потом вышла в издательстве «Мысль» красная такая книга, в которой тоже не было деления на объективную и субъективную логику, хотя и Гегель на это обращал внимание. Потом появилось черное такое издание «Науки логики» нашего вот, отделения науки, издательства «Наука», в котором была страница написана «Объективная логика», «Субъективная логика», а в тексте нет. Этого страницы нет, его во главе нет. И такое очень важное деление между объективным миром и субъективным миром, как его отражением, хотя и в идеалистической форме у Гегеля, исчезло. И это затруднило его материалистическое истолкование. Но мы же сейчас живем при капитализме. Это плохо или хорошо? Ну, во всем есть своя положительная сторона, во всем отрицательная. Вы можете пойти в букву «Е» и сказать, а мне нужно... Три тома «Науки и логики», репринтное издание вот 71-72 года. И вам нашлепают в одном экземпляре
Первый дом за 400 рублей, второй дом за 400 рублей и третий дом за 400 рублей. И через неделю у вас будет 3 тома в одном экземпляре. И бесконечно можете себе брать. Кто не хочет, может зайти на сайт Московского отделения Фонда рабочей академии. Там YouTube. Нет, не YouTube, просто Московское отделение Фонда рабочей академии. Набирайте в поисковике. Там есть собрание сочинений Гегеля. И там есть вот эти самые литература для изучения науки логики, диалектики. И там есть в электронном виде, можете все распечатывать. А поскольку вы сразу все не переварите, распечатали сколько-то? Прочитали. Потом еще распечатали. Я вот так читаю Гегеля на немецком языке. Я его не знаю, но я знаю хорошо текст по-русски. Поэтому я на немецком понимаю, потому что знакомый текст. Ну, я себе напечатаю 100 страниц, прочитаю, потом следующие 100 страниц так потихонечку и складываю. Зачем мне все это сразу? Идет и идет. Вот, то есть это вы можете, никому не возбраняется этим заниматься, а я хочу вам сказать, что вот что мы с вами можем подытожить по итогам нашего рассмотрения, что вот философия, она уже затем нужна для изучения, что она ум в порядок приводит. Так в свое время Ломоносов говорил про математику. Но математика изучает то, что не противоречиво. А то, что как раз интересует нас, обществоведов, обществоведов, журналистов в том числе, изучение живой жизни связано с противоречием. Все противоречиво. Можете привести пример непротиворечивого чего-нибудь? Не можете, правильно? Нет такого, ничего. И тем не менее, вот формальная логика делает вещь, что или да, или нет. Третье не дано. В связи с этим хочу вам для облегчения понимания, и для того, чтобы снизить напряженность, а я сейчас вы логический переход сделали сложный, ну, байку вам рассказать про то, как один философ объяснял, что такое диалектика. Приехал философ в деревню. Ну, меня вот можете представить себе. Встречает его дед. Вот путь он, дед. И вот философ приходит, а тот дед его спрашивает, ты кто такой? Я говорю, я философ. Видели? Он говорит, а чем занимаетесь? А диалектикой. А что такое диалектика? Ну, дед. Дед говорит, что ты можешь понять про диалектику? А вот тут говорит, да не, мы сейчас народ грамотный, мы радио слушаем, телевидение, в интернет выходим. А ты, между прочим, как образованный человек, должен нам объяснить. Ну, хорошо, дед. У вас баня есть в деревне? Он говорит, есть. Вот идем мы с тобой в баню. Ты грязная, я чистая, кому мыться? Отвечай. Он говорит, ну, мне, я же грязный. Не, дед, ты все равно грязный, чуть и мыться. А я чистый. Смотрите на меня, мне чистоту поддерживать надо. Мне надо мыться. Понял, дед? Тот говорит, у вас какая наука? Сильная, понял. Вот, дед, это тезис, запомните, тезис. Второй раз мы идем в баню. И ты грязный, я чистый, кому мыться? Дед говорит, да понял я вашу диалектику. Ты чистый, тебе чистоту поддерживать надо, а я все равно грязный. Дед, что ты мелешь вообще? Что ты мелешь? Ты ж грязный, тебе надо мыться, а я чистый. Нет, зачем мыться? Понял, дед? Тот говорит, понял, сильная у вас наука. Это антитезис, дед, антитезис. Но это не все, дед. Третий раз идем мы с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед говорит, ничего не понимаю. Вот, дед, это и есть диалектика. Синтезис. Поняли, что такое диалектика? Но строение вот этой фигуры именно таково и есть. Тезис, антитезис, синтезис. Потому что одна... Один вывод противоположного, и надо их удержать, противоположности в единстве. Например, простой пример. Едет автомобиль. Едете ли на автомобиле? Или на велосипеде? Или пешком идете? Вы когда пешком идете, вы эту точку проходите? Если вы точку какую-то проходите в своем движении, вы находитесь в ней или не находитесь? В какой-то момент находитесь. Находитесь. А вы в ней только находитесь или одновременно и не находитесь? Если вы в ней... Вот представьте, вы едете на автомобиле и только в ней находитесь. Вы можете так затормозить, чтобы вы только в ней находитесь? Представьте, вот едете вы на автомобиле.
А? Тогда уже не едете. Тогда не едете. А мы же берем случай, когда вы едете. Механическое движение. Значит, если вы только находитесь, то вы не едете. А если вы не находитесь, то тоже не едете. Вы эту точку не проезжаете вообще. Все. И получилась ерунда. Значит, единственный вариант, поэтому древние философы по этому поводу всякие антиномии. Получается, что вроде нет движения. А вот она как раз, изображение движения состоит в формулировке этого противоречия. Формулировки этого. Человек вот живой, он все время находится в противоречиях. Вот вы можете не дышать? Вы волевой человек? Вот можете не дышать? Какое-то количество времени. Какое-то количество времени. А если вы не будете дышать какой-то? Хоть один, удалось кому-то жизнь так покончить? Сейчас, знаете, вот там, в интернете там склоняют молодежь к тому, чтобы они умерли. К суициду. И многие очень подростки так и погибают. Вот скажите, вот я начну вас склонять, чтобы вы не дышали. Вы поддержите немножко, и что будет? Удалось хоть кому-нибудь так задержать дыхание, чтобы умереть? Нет. Потому что ваш организм, который на все реагирует, там будет накапливаться углекислый газ. Это приведет к тому, что вы обязательно вдохнете. Потому что организм как бы говорит, наверное, у него что-то сейчас стало с головой, поэтому он уже не подчиняется вашей голове. И вдохнули. А почему? А потому что у вас одновременно идет а. Потребление кислорода, вы все время же снабжаете свою с помощью крови артериальной, снабжаете клетки кислородом, ну и питательными веществами. И в то же время идет отравление углекислым газом вашего организма. И это одно, в одно и то же время. И в этом противоречии мы и живем. Живое это, оно живое тогда, когда оно удерживает противоречие. Вообще, вот жизнь есть способ существования белковых тел, который совершает и контролирует эти тела сами, обмен веществ между природой и этим организмом. И как они только перестанут разрешать это противоречие, они погибают. Не так, чтобы там не было тоже противоречия, потому что вы знаете, что мертвые тоже начинают уже другое движение, да? Все равно там есть какое-то движение, разлагается. И потом косточки остаются. Косточки тоже не вечны. Говорит, выкопали, а там уже и косточек нет. Все находится в движении. Все содержит противоречие. И без, иначе, если мы этого, ну вот скажем, журналисты, мы только и делаем с вами, вообще и должны делать, раскрываем общественные противоречия и показываем, как они разрешаются. Разрешаться они могут в сторону прогресса или в сторону реакции. Правильно? Вы за что будете выступать? За какое разрешение? Не просто ведь будете описывать, а вы, наверное, будете выступать за то, чтобы движение шло в сторону развития. Вы развитие знаете, что такое? Как вы будете тогда разрешать, если вы не знаете? Давайте срочно решим эту проблему. Развитие. Скажите, пожалуйста, вот вы развиваетесь? Как вы догадались, что вы развиваетесь, если вы не скажете, что такое развитие? И пока я сомневаюсь, что вы развиваетесь. Что такое развитие? Прогресс – это более сложная категория. Прогресс – это движение в развитии, тенденция, которая совпадает с линией развития. А само развитие противоречиво. На что такое развитие? А вы не скажете, движение, что такое развитие? А? Движение вперед. Вперед. А что вперед, что назад? Как сказать? Черт его знает. Вам кажется, что вперед? А? Какому-то результату. Какому-то. То есть к гибели я иду. Это движение вперед. К положительному. А кто положил, все равно положительное. Вот убийца считает, что положительный результат, когда он прибьет нас с вами. У него это положительный результат. У нас это отрицательный результат. Как вот решить? Как-то вот философские проблемы. Что является развитием? Любое движение к любому результату или все-таки какое-то определенное движение? Определенное. Какое? Определенное. Какое? Можно я скажу? А то вы скажете, вы лектор, так вы и говорите. Но мы так и будем строить. Предполагайте, что вы можете задавать вопросы, и я вам задаю вопросы, и вам. Оставляю возможность и вопросов, и высказываний, потому что у нас занятие наше это предполагает. И даже записано у нас там часы, дескать, предполагают лекционные занятия. Но мы их не будем так резко делить, а просто в ходе занятий мы должны это обсуждать с вами. То, что непонятно. А какой смысл мне идти дальше, если вы, вот скажем, не знаете, что такое развитие? Ну, теперь пошли дальше. А зачем дальше идти, если мы это не выяснили? Удовлетворяющему
удовлетворяющему того, кто совершает движение? Кого удовлетворяющего? Ну, убийца удовлетворяет как раз то, чтобы он вас убил. Такое развитие, такое нас не устраивает. Значит, развитие, дорогие товарищи, движение низшего к высшему, простого к сложному. Очень простое и очень глубокое определение. Иногда говорят движение от простого к сложному, как будто какой-то третий двигается к этому, от простого к сложному. А само простое начинает усложняться, правильно? Вот вы, если как ребенок начинаете развиваться, значит, вы идете от простого состояния к все более и более сложному. Правильно? При этом все должны понимать, что есть и противоположные движения. Все мы смертны, и есть движение обратное, противоположное. Вот противоположное движение в развитии называется регресс. А если оно в обществе, в общественных делах, называется оно реакция. Мы должны с вами отличать прогресс от регресса и реакции. Должны? Должны. Если мы не различаем, какие мы журналисты, вот интересное кино, мы, говорит, описываем. Ну, что вы описываете? Это вот созерцательный фейербахский материализм. Журналист должен описывать так, чтобы побуждать людей защищать прогресс и бороться против реакции. Я правильно задачу ставлю или нет? Или я неправильно понимаю? Или просто фотография. Хоп, вот два дурака борются, а я фотографирую и отражаю это дело. Я что, стекло? Или что, я лужа? Лужа отражает солнце, свет, птичка пролетела. Лужа отражает все. Мы же не лужа с вами, мы журналисты. У нас другая задача. Мы выразители и проводники развития и прогресса. Вам постановка такая близка? У вас другая задача? Вы за реакцию, что ли? Нет? Ну вот, видите, вот как мы быстро договорились. То есть, зачем нам нужна философия? Нам нужна философия, чтобы правильно поставить задачу в своей жизни, которую мы всю жизнь будем решать. Что такое вот журналист? Всю жизнь будет бороться за развитие. А иначе вот появляются такие, как Горбачев, и говорят: я за перестройку. Вот он ко всем присылал, говорит: а вы за перестройку? Вы перестроились, девушка? Да или нет? Вы против перестройки? Вот так, девушка, человек. А вы тоже против перестройки? Вы за перестройку или против перестройки? Вы не помните, как ходил Михаил Сергеевич? Всех приставал ко всем. А вы за перестройку? А что вы должны мне сказать? А вы мне должны сказать: вы что хотите, во что перестроить? Вы хотите перестроить дворец в хлев или хлев в дворец? Если вы хотите хлев в дворец перестроить, мы за. А если вы дворец хотите в хлев перестроить, мы против. Правильно? Нельзя быть просто за перестройку. Дескать, давайте поломаем все, перевернем, у вас так лежит, давайте вот так вот сделаем. Во. Согласитесь, что это перестройка? Во, пишите так. А это вот так. А это вот сейчас вот так. Не буду, а то так бьется. Так же и делали. И что получилось? Падение производства в России в 90-х годах было во сколько раз? В два. Потом, когда говорили, пришел Владимир Владимирович Путин, говорит: надо сделать удвоение ВВП. И так уже удвоение ВВП, это Владимир Владимирович Путин, и валовый внутренний продукт. Ну вот надо в два раза это все увеличить. И что, когда будет в два раза? Вот будет так, как в РСФСР, если в два раза. И получилось? Нет. Потому что всякие побочные отрасли получилось уже, выбрались на этот уровень. А станков? Да 100 раз стало меньше производиться станков. А санкции означают, что мы... Станки можем купить только у кого? У Китая, который с нас слизывал эти станки. Откуда он научился делать хорошие станки? У Тайваня, который бы мог бы присоединиться к санкциям, смысла нет. Если Китай продает, значит, для Тайваня это они просто в дураках, если они не будут нам продавать станки. Все равно Китай снабдит нас станками. Они тоже продают нам станки. И Беларусь, и все. А больше негде нам станков получить. Нам никто не продает. Потому что допереставились до того, что вот мы нефть продадим, деньги получим и купим все станков. Потом говорят: больше мы им не продаем станки. И все, мы оказались сырьевым придатком крупнейших капиталистических, империалистических держав. И что делать? Вот у нас тогда стагнация такая началась. Какой у нас темп роста в этом году? Никакой. Какой за 16-й год? Какой рост? Никакой. Застой. Как при Брежневе. И вот сейчас озабоченные деятели Министерства экономического развития после того, как выгнали за
взяточничество министра экономического развития Улюкаева, оставшиеся улюкаевцы нам снова подсовывают всю эту гниль по-прежнему. То есть нет никакого развития. А Центробанк наш дорогой рассказывает, что у нас колоссальный прогресс в прошлом году, в 16-м. Вывод, нелегальный вывод денег из России составил 100 миллиардов рублей. Это колоссальный успех, потому что еще год назад было 500 миллиардов. Представляете, какое государство создали, мощное, что нелегальный вывод 100 миллиардов. Рассказать, как надо нелегально выводить. Это есть такие схемы, которые являются... Такие сейчас есть законы, которые позволяют это делать. Очень просто. Вы уезжаете в Канаду. Вам объясните, как получить? Ну, не хотите в Канаду, в шенгенскую зону. Знаете, как получить шенгенскую визу? Пойдите вот, там вот в любую фирму, и вам скажут, мне ленинградцам, которые близкие к Финляндии, дают финскую шенгенскую визу. Она действует на всей шенгенской зоне. Ну, допустим, в Греции вы уедете. Вы уехали, получили визу, ехали в Грецию. И там зарегистрировали предприятие. Потом пишите мне письмецо. Уважаемый Михаил Васильевич, дорогой, бывало, что я у вас сидел на лекциях, вот вы мне задолжали 15 миллиардов рублей. Перевели это дело в доллары и требуете с меня этих 15. Я говорю, ну что делать? Я так не отдам. И обращайтесь в суд. Вы обращаетесь в суд по месту нахождения должника. Так? Суд. Я прихожу в этот суд. Говорит, вы будете отдавать? Буду. Ну, хорошо. Они принимают решение взыскать с Попова МВ гражданина России в пользу. Ваша фамилия как? Овчинникова. А? Овчинниковой. Тем более у меня сестра Овчинникова, я легко запомню. В пользу Овчинниковой взыскать 15 миллиардов. Поскольку я не против, еще я буду с судом, еще я с вами буду бодаться. Вы меня убьете, может быть, я не знаю. Лучше я отдам ей 15 миллиардов. Пусть взыскивают. Дальше, а дальше что? После суда что происходит? Вы приходите, получаете решение суда. Вы. Ну, вы там не обязательно из Греции приезжать. Весь у вас тут адвокат, который, у вас доверенность дана ему на 3 года. И он приходит и вот, давайте, взыскивать. Вот вы получили решение, и что дальше? Будет выполняться? Что дальше надо делать? Вы еще не осознали этой всей перестройки. Что надо делать? Это раньше было. Если решение суда есть, оно будет выполняться. И никто не собирается выполнять ваше решение. Что нужно сделать, чтобы выполнялось решение? Темнота юридическая. Объясняю. Идете опять же в тот же суд, но уже не к судье, а к секретарю суда и говорите, дайте мне исполнительный лист. В исполнительном листе написано взыскать с Попова 15 миллиардов рублей. Единственный экземпляр выдают исполнительного листа. Вам через недельку его дадут. А да, не дают. Ну, не так сразу, но дадут. В соответствии с решением суда. А решение суда вообще никого не интересует. Можете повесить его на стенку, что вы у меня выиграли 15 миллиардов. И пусть оно висит. Я Овчинников выиграл у профессора Попова 15 миллиардов. А вы сидите вы сейчас уже в Греции. Это вы сейчас здесь временно, а там, в общем, сидите в Греции. И вот идете вы с этой бумагой, службу судебных приставов, к старшему судебному приставу и просите возбудить исполнительное производство. У нас производство идет вовсю развивается, исполнительное. И он берет, значит, и возбуждает исполнительное производство и поручает судебному, вот смотрите, вот эту девушку в черном, она очень похожа на судебного пристава исполнителя. Она мне пишет письмо. Уважаемый Михаил Васильевич, а вы к ней теперь приходите? Спрашиваете, как мои деньги-то? Ну, ваш человек приходит. Она говорит, уважаемый Михаил Васильевич, согласны ли вы добровольно отдать 15 миллиардов в соответствии с исполнительным... Их решение суда вообще не волнует. Исполнительный лист. Кто там, что решал, кто прав, кто виноват. Исполнительный лист. Я пишу, согласен. Почему я пишу согласен? Потому что мы с вами договорились, что я отсюда переправляю вам 15 миллиардов, потом я туда перееду, и мы вместе будем с вами их
Ну, там поделим как-нибудь. Мы что? Это не ваше дело, товарищи. Вы не вмешивайтесь. И тогда она идет в банк. И поскольку я не против, пишет бумагу взыскать. Снять с моего счета, а у меня на счету 15 миллиардов лежит. И куда переправить? На ваш счет в Грецию, который вы представили, куда направить деньги. У нас же сейчас уж мы открыты всему миру, и мир у нас открыт. И вы и она, с помощью судебного пристава и всей судебной системы нынешней переправляете отсюда, из России, 15 миллиардов на свой счет. Что, это тут не по закону? Все по закону. Ну, а дальше я сажусь на самолет, приезжаю, и мы там как-то решаем. Может быть, это все мои деньги, а вашим только 1 миллиард. Я как-то должен отблагодарить. Вот. Может, пополам. Ну, это все зависит от того, как мы договорились. Во всяком случае, денежки-то переправлены туда. Если кто думает, что можно только таким путем переправлять, тот не знает современной пореформенной действительности. Вот вы, если едете за границу, хотите вывести миллион долларов, можете вывести? Ну, так просто с собой. Да, почему не просто, в чемодане. Как вы миллион долларов просто вывезете? Что вы, куда вы их насыпите? В чемодане. Я думаю, что нет. В чемодане. Можете, нет? Нет. Почему нет? Кто нет? Что, сколько можно вывести без деклараций? Не знаю. 10 тысяч долларов. Ну, эквивалент. Можно там евро вести в любой валюте, но 10 тысяч долларов. А вот я, представляете, вот я иду, вот, чемодан у меня, а в нем миллион долларов. По красному коридору. Угу. А вы говорите, а где декларация? Вот декларация. Прочитали? Да. До свидания. Значит, в российской газете выступал представитель таможенных органов, который говорит, что за прошлый год из России вывезено 5 таких чемоданов, больше, величиной больше миллиона долларов, а ввезено 2. Причем возят люди такие, вот, примерно как в таких костюмчиках, так возят, и они постоянно этим занимаются. Видимо, там нужно меня проводить, чтобы я не ушел с деньгами и поехал именно туда. А там должны встретить, чтобы они не прибили и не отняли, да? А так, вот я приехал, за это я получаю свои деньги. А там есть люди, которые эти деньги берут. И если вот когда готовится какая-нибудь выборная кампания, то для этого нужно иметь наличные деньги, которые нигде не учитываются. Вот скажем, если туда ушло 2, а сюда пришло 5, то 3 миллиарда, простите, миллиона долларов, пришли сюда, их люди используют как хотят. Вот будут оплачивать журналистов всех, и вы будете всех... Я буду пойду вот кандидатом, вы все будете писать, какой я хороший, а все остальные эти кандидаты никакие вообще, ничего не понимают. А этот человек знает, что такое становление, и за него надо голосовать. Сколько вам в день нужно платить, чтобы вы писали про меня хорошо? Сколько? В день? Что думать-то? Что тут думать? 10 тысяч, не меньше. Вы как-то должны вот, ну как-то вы не, как к действительности нашей еще не привыкли. Вот тут я вам объяснил уже. Вы уже получили же 15 миллиардов. Чего вы тут скромничаете? Теперь таможенный этот автор, высокопоставленный, говорит, ну сейчас мы думаем, надо как-то начать спрашивать. Зачем они столько везут? Сейчас-то не спрашивают. Просто если вы декларацию не напишете, вас не пропустят. Скажут, как это вы везете миллион долларов, а декларация где? А я говорю, сейчас напишу. Напишу, ну тогда повешайте. Теперь хотят спрашивать. Вот спросите меня. Теперь уже по-новому, как они собираются сделать. Я иду, у меня миллион долларов. А вы на таможне спрашиваете, откуда я взял? Откуда у вас деньги? Бабушка подарила. И пошел дальше. А не нужно никакие с собой там... Доверенность. Да нет, ничего не нужно. Никак вы не понимаете, что вы живете в свободной России, в которой можно свободно вывозить деньги. Но если 100 миллиардов нелегально, это легально, это я все рассказываю, это легально. Тут ничего нелегального нет. Вот то, что мы с вами делали. Ну вы у меня суд выиграли. Ну дальше я приехал, пока мы судились, и вот подружились мы. Разве суд не спрашивает, как
Каким образом вы должны 15 Никто не спрашивает. Почему не спрашивают? А потому что по закону нельзя спрашивать. В смысле нельзя? Это моя собственность. Вы кто такая? Это моя собственность. Собственность священная и неприкосновенная. Вы хоть понимаете, что такое частная собственность? Зачем делается буржуазная революция? Чтобы никто не спрашивал. Это мои деньги. Сейчас можно спрашивать, где я их взял? Да вы что? Как это где взял? Я же сказал уже, бабушка подарила. У меня этих бабушек, которые мне дарят, не с числа. А вот что касается вас, вы мне подарили. Вы забыли? А я помню. Я добрая, не забываю никогда. А смотрите, она какое сделала лицо, как будто она мне не дарила. Вам все равно не поверят. Вы же не занимаетесь юридическими вопросами. Вы как-то живете в таком мире добрых людей. Они действительно добрые. И добрые пропускают и возят. 100 миллиардов нелегально вывезено. У нас есть финмониторинг. У нас есть ФСБ. У нас есть МВД. Чего у нас только нету. У нас есть Росгвардия. Но Росгвардия-то не может ничего спросить у меня. А уж в нашем случае с вами. И вот пока мы с вами судились, мне так вы понравились, что я решил к вам туда и переехать, в Грецию. А вы как раз и дворец купили, потому что за эти... Ну, потом немножко-то отняли от этих 14 миллиардов, ты уж подумаешь. Дворец тоже мне поставили. И я туда и приехал. И там мы с вами пошли в ресторан и начали делить. Я говорю, да ладно, берите 7 миллиардов себе, а 7 миллиардов мне. Вы же отдадите мне? Мы же так договаривались. А это никого не касается. Вы-то у меня по суду получили. Меня суд засудил, и я вынужден был. Люди не я пересылал через банк, а судебные приставы через банк. Они подали бумагу. Решение судебного пристава банк не имеет права не исполнить. Банк вообще тут перед судебными приставами ни-ни. Это, думаете, я выдумал? Я прочитал в «Российской газете». Я, поскольку преподаю, я какие должен газеты читать? Правящие такие, какие официальные. Я читаю «Коммерсант», газету наших капиталистов, и «Российскую газету» нашего правительства. И там все время интересные нахожу вещи. Очень полезно читать. Очень даже полезно. А вы все живете в нищете. Ну что вы вот... Ну как вы думаете, почему товарищ миллиардер Прохоров зарегистрировал себя в президенты в прошлый раз, кандидатом? Как это можно сделать? За такое короткое время собрал подписи. Объяснить, как это делается? Очень просто. Если у меня есть миллиарды, я... Сколько вы сказали в день? 10 тысяч? Хорошо, вот по 10 тысяч выдаю каждому. Будете стоять у метро и подписывать все. У всех станций метро студенты будут стоять. За 10 тысяч будете стоять. Не будете стоять, не получите 10 тысяч. И, так сказать, я соберу подписи. А вот эти, у которых нет миллиардов, они не успеют собрать подписи и не зарегистрируют их президенты. И все. Это все дела. А меня зарегистрируют. Прохоров, помните, что обещал? Светодиодное производство открыть, чтобы были светодиоды, это самый прогрессивный способ превращения электроэнергии в свет. Не в тепло, которое нагревает вот эти ртутные лампы, это их называют энергосберегающими, а они на самом деле ртутные, если они потом лопнут, когда они вот уже старые, их вынесут, то эта ртуть пойдет в почву, а из почвы в грудное молоко, в конце концов, через овощи, там, фрукты и прочее. Это яды. И вот нам сбывают эти так под видом энергосберегающих, это еще старые. А вот эти крученые такие, которые везде в университете висят, это Philips и General Electric. А действительно энергосберегающими, безопасными являются светодиодные. Они превращают электричество в свет, а не в тепло. Там тепло немножко тоже дают, но это побочное явление. То есть если над вами стоит люстра светодиодная, вам тут не будет горячо в голове. А если обычная люстра, ну... Так. Так вот, поэтому просто быть за перестройку или просто за реформу – это чепуха. Это все равно, что вот у вас корабль. Куда будете плыть? У вас курс какой корабля? Плыть. Хороший курс. Ну, у вас, говорит, у нас реформирование. Что значит реформирование? Вот форма у меня. Чего у вас это не полосатая кофта? В следующий раз приедете в полосатый, потом приходите в клетчатый, потом еще что-нибудь придумайте. Что-то трудно вам придумать, и все, форму меняйте. И вот я тут, мучаясь, как объяснить,
что такое вообще изменение. Изменение – это и равенство с собой, и неравенство с собой. Правильно? И вот я спускаюсь, пока еще ремонта не было, на станции Василеостровская, и внизу надпись. Девушка такая в цветастом платье. И написано «Меняйся чаще». Вот я вам предлагал. Прямо так это написано. Я это не сам придумал. «Меняйся чаще». Думаю, вот дают, молодцы, так они уже изменения тут пропагандируют. А в следующий раз я иду по площади Дворцовой в университет, к себе в институт, через Дворцовый мост. И прямо на углу этой площади, перед троллейбусной остановкой, плакат такой, мощный стенд. И написано «Меняйся, но оставайся с собой. Орифлейм». Думаю, вот кто понял-то смысл изменений уже. Орифлейм. Студенты еще у нас не поняли, философы. А Орифлейм-то уже понял. Меняйся, но вы же когда будете меняться, то вы останетесь с собой? Или вообще будете не сама собой? Или сама не своя? Все-таки останетесь? Ну так надо меняться, но оставаться собой. Так что она диалектика, она проникает прямо там. Проникает. Уже наступило такое время, когда уже невозможно от нее отбиться. Я хочу вам сказать, что я давно очень вел кружок по диалектике. Лет, наверное, 15, может, 20. А тут вот я у Пучкова выступил, Гоблина, знаете, такой есть ресурс. И вот, ну, там у меня разные были темы, о философии, там, 100 тысяч посещений. Потом, значит, об экономике. Сложившейся ситуации в экономике, 240 тысяч посещений. О фашизме тоже 240 тысяч посещений. Введением науку логики, не поверите, 202 тысячи, думаю, вот дают. Я тут, понимаешь, все это стараюсь, такие сложные вещи. Народ смотрит введение в науку логики. Это что-то случилось в народе. Хоть уже надоело ему, что ли, чтобы его обманывать все время все? 200 с лишним тысяч. И вот вчера повесили еще один ролик, 2 часа, больше 2 часов. Уже я потом, как узнал, что 2 часа, испугался. Это же сейчас все прервется, все закончится. Никак не остановиться было. Вот, наука логика как наука. И колоссальный интерес. Ну, не потому, что они там журналисты или философы, а потому, что наступила уже эпоха, когда нельзя только с формальной логикой. Нужно знать эти все. Иначе вас будут дурачить на каждом шагу. Ну, уже дурачили же весь народ. Говорили, что надо перестраивать. А вы, если звук слова, понимаете, перестрой – это что такое? Изменение строя. Был один строй, стал другой. Состоялся перестройка. Был строй социалистический, стал капиталистический. Вам же прямо объявляли. А вы что думали? Так же и с реформированием. Вот Ельцина ругают. А можно защитить его, Ельцина? Вот я сейчас буду защищать. Как вот диалектики защищают? Говорят, вот, вы говорят, такой-сякой, Ельцин. Как же такой-сякой? Вот проблема была какая? Пенсионная проблема. Сейчас все мучаются. Все хотят увеличить возраст. А Ельцин довел же возраст продолжительность жизни мужчин до 59 лет. А выход на пенсию 60 лет. Их спрашивают, вы какую форму хотите взять с этой пенсии? Такую или такую? А эти мужчины, как их все называют, молчуны. Они никакой не выбирают. А мне какая разница? Какая? Меня-то это не касается. 59 лет он умрет, а в 60 получит пенсию. Вот женщины ведут себя неприлично. Антигосударственной такой практикой занимаются. Они потому что все ходят с этими колясочками по воздуху, все время трудятся, когда мы, мужики, мучаемся на диванах и смотрим телевизор. Они из-за этого они живут долго и подрывают весь государственный бюджет. Потому что пенсию уже получают и живут. Ну, это вообще не знаю что. И вот мой любимый ученик, товарищ Кудрин, который был у меня в кружке по диалектике, сейчас предложил увеличить пенсионный возраст. Вот они ничего другого не додумались. Хотя каждый маломальски экономически грамотный человек знает, что для повышения темпов роста что нужно сделать? А. Заменять старые станки на новые. Это еще называется амортизация. И не через 100 лет, а через 10 лет. Ну, сейчас потому что цикл новой техники, вот товарищи интересуются технологией, 10 лет, 9 даже.
Это раз. И во-вторых, накоплять. То есть не все проматывать-то в крушавелях. А вот, скажем, вы получили прибыль, вы будьте добры эту прибыль направить обратно в производство, скажем, 60%. А в России направляют 20-25%. И это направление в производство еще неизвестно, в какое производство. Поэтому темпы роста близкие к нулю. Если вы хотите, ну так вы накопляете и получите высокие темпы роста. Никакого секрета тут нет. О чем это говорит? Что если люди понимают процессы, которые в обществе происходят, они тогда могут занять позицию прогрессивную. А если они не понимают, он не знает, что вперед, что назад, что хорошо, что плохо. Если мы не знаем, журналисты, что хорошо, что плохо, мы народ направить не можем соответствующим образом. А если мы просто будем описывать, мы как та самая лужа, в которой отражается небо. Если плохая погода, лужа, в луже темно. Если хорошая погода, в луже светло. Если птичка прилетела, и в луже птичка. А если это эту птичку коршун напал и съел, то это тоже лужа отразит. А что тут такого нового-то? А что мы тогда как журналисты? Кто такие? Никто. Вот мы с вами знаем, что такое развитие, что такое прогресс и что такое регресс. И поэтому у нас позиции есть определенные. Вполне понятные. И вполне, ну, другое дело, что в каждом конкретном случае надо разбираться в этом противоречии. Правильно? Ну, вот давайте, у нас не так много времени осталось. Вот чтобы у нас была эта картина более полной, раз мы взялись, так сказать, вот рассматривать некоторые сложные диалектические категории, давайте мы сделаем новый шаг от наличного бытия. Некоторые уже силы у них кончились, но у других еще остались. Значит, наличное бытие мы разглядываем и находим в нем небытие, ничто. А это ничто, которое в наличном бытии называется определенностью наличного бытия. Небытие. Небытие. Вот небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенность наличного бытия. Это не очень понятно, что я сказал. Я приведу пример. Чай пили сладкий? Сахар в чае есть, если он сладкий? Ну, там уже размешано все. Есть. Сахар – это чай или не чай? Не чай. Вот не чай, который положен в чай, дает этому чаю определенность. Сладкий чай. А если чай с лимоном? Лимон – это чай или не чай? Не чай. Вот не чай, положенный в чай, дает чай с лимоном. То есть определенность – это отрицание, принятое в бытие. Вот если вы хотите, чтобы здесь было видно, была определенность, я должен на белый рисовать чем-то черным или на черном рисовать чем-то белым. Правильно? Журналисты знают, что если я на черном рисую белым, это называется выворотка. Да? Выворотная печать, наоборот. А если я... Вот смотрите, какого цвета у вас страница? Вот вы там записали, я вижу. Какого цвета страница у вас? Белый. А вы уберите там то, что портит это белое с ваших страниц. И что будет? Будут пустые листы, и никакой не будет определенности. И все, что вы записывали, все пропало. Так? Ну, тут вы не уберете так сразу, а в компьютере это элементарно. Зачерните и наделите. Вы же, а что портить так такое чистое белое, испортили все листы? Что вы делаете-то? Какую-то чушь там слушали и записывали эту ерунду. Из-за этого испортили тетрадку. Убирайте. Вот. Нет. А если наоборот, я сейчас освещение включу. Сейчас темновато, да? Еще включу, еще. Сейчас Юпитера принесут. Сейчас будет такое освещение, что вы ослепнете, если будете сюда смотреть. И вот Гегель пишет, в абсолютном свете, то есть когда все только светлое, и нет ничего темного, нет темноты. Все, абсолютный свет. В абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. Чувствуете, какая мысль? И это правильно. То есть для того, чтобы что-то различать, либо нужно либо темное осветлить, ну, на темном белом писать, или светлое затемнить. Вот на белом писать. Тогда будет какая-то определенность. То есть определенность – это отрицание. Вот вы же не будете отрицать, что
вот эта кофточка, которая на вас, это не вы. Ну, вы-то не кофточка же, вы же человек. Хотя бывает, вот если в очереди стоит, я вот за серой кофточкой и за этой кофточкой. Так говорят. Но это вообще-то не кофточка. Поэтому это кажется, что вот я это все положительное. И пиджак это не я. Я не пиджак, я профессор Института философии. Чего меня оскорбляете, что я пиджак? То есть это непривычно звучит. То есть определенность всегда есть некоторое отрицание. Что значит шатенка? Это цвет волос. Ну это что? Это какая-то определенность человека. Но человек-то не суть его в том, что он шатенка, правильно? Суть человека в другом, в душе, чтобы была хорошая. И красивая, чтобы была девушка. А что? Ну, бывает шатенка, бывает блондинка, бывает брюнетка. То есть отрицание. И вот раз я понял, что определенность – это отрицание, и мне хочется ее рассмотреть. Как только я беру ее рассматривать, она становится насущной. Вот вы как раз говорили про насущные. Вот я ее беру для своего рассмотрения, и тогда она превращается в бытие. Она есть, определенность у вас есть? Есть. Вот я на нее и смотрю. Сначала я смотрел на вас, потом увидел кофточка, мне понравилась. Я смотрю на кофточку, а вы уже это... Все, это вот кофточка. Особенно, если я бандит, а у вас не кофточка, а шуба норковая. Я смотрю, шуба... Так, подойдите еще два товарища. Мы попросим ее... шубу снять, потому что, чтобы не было никто никаких повреждений, и вы спокойно уходите. А мы забираем шубу и спокойно продаем. И все по-честному. Потому что вам честно сказали, что будет. А если будете сопротивляться, вы сами знаете, что будет. Вы же сознательный человек, понимаете. Вот. Внимание. Бытие. Так вот, эта вот определенность, которая становится объектом самостоятельного рассмотрения, это качество. Качество. Вот я вижу вам, что ум – это ваше качество. Я чего, плохое сказал? Но все-таки ум и вы – это разные вещи, правильно? Вы – это человек вместе с умом, а ум – это только одно из ваших качеств. А у вас еще доброта есть, порядочность. Это все качество. Это качество. А я выхватил его. Вот если я выхватываю, вот про это Гегель говорит так. Оно еще не отделилось от наличного бытия. Правда, оно никогда и не будет от него отделяться. То есть как-то вот я искусственно от вас это оторвал, но на самом деле оно же с вами соединено. Это качество. Нельзя рассматривать ум так в отрыве от человека. Ну, условно можно, но надо помнить об этом. Поэтому берем мы это качество как наличное бытие, а в наличном бытии оно есть результат снятия становления. А в становлении есть ничто. А раз там есть ничто, значит, ваше качество должно быть взято и как ничто, и как бытие. Согласны? Вот ваше качество, взятое как бытие, называется реальность. Вот то, что вы умные, это реальность. А как объяснить это же самое, как отрицание представить? Ну, это будет уже грубо. Вот она, эта девушка, не дура. Как вам больше нравится вас назвать? И вот если журналисты этим владеют, они могут так, например, описывать. Про Маяковского так им писали. Сегодня он выглядел вроде бы прилично. Сегодня. Сегодня он прилично, а в другие дни вроде бы. Вот она вроде бы как умная. Что я сказал? Это вроде бы, то есть под сомнение поставлено. Вроде бы прилично, а в остальные дни неприлично. То есть вот таким образом, используя вот такую терминологию, можно совершенно по-разному поставить вопрос. Я хочу сказать, что я вот силу диалектики, которую я вас призываю, опробовал на президента. Тут в нашем университете есть институт, ну, факультет психологии. И вот заведующий кафедрой политической психологии как-то мне позвонил и говорит: «Михаил Васильевич, тут приехали представители президента на обучение в центр». В центр на Романовскую дачу. Мы их будем обучать. Не хотите с ними провести некоторую такую дискуссию? Им нужен какой-то сильный противник. Это будет записано, ну, на телевидении, ну, местное, внутреннее. И потом просматривать будем. Будем решать, кто выиграли или не выиграли.
Ну и обедом покормим. Ну, говорю, хорошо, я приехал. Вот что можно им сказать, представителям президента? Это при Ельцине были. Ну, они все ходят, так сказать, уже не в костюмчиках, там такая обстановка домашняя. Думаю, что я им скажу? Ну, вот они собрались. Я говорю, ну что, товарищи, вы же знаете, как сейчас, что всыпется вся экономика. Скоро начнут, народ будет бунтовать, и вас пойдут бить. Это им не понравилось. Но вы же скажете, да это все коммунисты виноваты. И тогда народ отвернется и пойдет бить коммунистов. Им понравилось. А коммунисты им скажут, так вы что, уже у нас все, власть отобрали, они сейчас руководят, идите их бейте. Они опять отвернутся и пойдут вас бить. Слушай, ну как бы ни разворачивались события, а умные люди, умеющие управлять, всегда нужны будут при любой власти. И тут они все как-то так среагировали, что такие люди, которые умеют управлять, при любой власти нужны. С уважением ко мне. А потом у нас была индивидуальная дискуссия. Вот один выходит, говорит, у меня... Я говорю, что вы собираетесь делать в области экономики? Вот вы представитель президента по Волгоградской области. У меня целый пакет реформ. Вот то, что я вам говорил. Я говорю, а что в пакете? Все. Дальше вот все, нечего сказать. Другой выходит и говорит. Россия на операционном столе. Но надо резать. Я говорю, да, Россия на операционном столе. И выходит мужик с грязным ножом, с ржавым и в грязном фартуке. И он все тоже. То есть я хочу сказать, что люди, не овладевшие вот этим, вот чем мы с вами занимаемся, они не представляют собой в каких-то дискуссиях, в том числе и устных или письменных, это не все равно. Ну, журналист – это прежде всего уст, но журналист может и вопросы правильно задавать, и реагировать, и интервью брать, поэтому он и в устных дискуссиях участвовать. То есть журналист, конечно, вооруженный этим, он на голову выше, чем тех, с кем он разговаривает. Ну, вот у нас есть, например, журналист-гражданин США, и он все время здесь у нас пасется. Это кто? Познер. А? Познер. А что у нас какой-нибудь журналист российский не пасется там в Америке и там вот исшибает доллары? Ну, здесь же хорошо. Что, у нас нет журналистов своих? А для этого надо что делать? Всегда берите интервью у великих людей. И ваши интервью всегда будут печатать. Потому что если у какого-то ничтожного человека будете брать интервью, никто не напечатает. А вы возьмите, идите к Жорж Алферову, будут печатать. Он же лауреат этой Нобелевской премии. То есть фокус-то тут очень простой. Или он брал у Михаила Васильевича Плетнева, у лучшего музыканта мира. Ясное дело. Какие вопросы вы не зададите, он же умные ответы даст. Вам останется только эти умные ответы записать. И вы на коне. Он это понял. Но, скажем, какой-либо полемики с такими людьми, которые владеют этим искусством полемики, конечно, ничего он такого глубокого сказать не может. Поэтому, вот, заканчивая наше сегодняшнее вступительное занятие, вот, которое можно считать введением вообще в философию, ну, вот, я хотел бы предложить вам настроиться на такое серьезное и глубокое изучение, которое будет два плана. Я буду читать лекции, это само собой, в соответствии с программой. А с другой стороны, я вам назвал книгу, которая представляет собой единственной компендией диалектики. Скажем, а что касается помощи в изучении науки и логики Гегеля, то вот вам, так сказать, Пучкова Гоблина ресурс, там много лекций моих же на эту тему, раз. Во-вторых, есть занятия в Красном университете, где я читаю лекции. Красный университет, фонд до рабочей академии, набираете, там тоже два. Есть на Ютьюбе канал фонда рабочей академии, там есть кружок по диалектике, который я веду, тоже можете читать. Есть книга «Социальная диалектика», которую купить нельзя,
А на сайте Фонда рабочей академии в разделе «Библиотека» она выложена. Можно скачать и читать. Не вместо науки и логики, а в помощь. Есть лекции по философии и истории, которые я вот читал историкам. Книга, изданная в Политехническом университете, моя, тоже может читать. То есть материала очень много. Я вам очень советую, если вы хотите быть журналистом, вот этим делом овладеть. Тем более я не случайно вам принес газету. Значит, это российская газета. В 2000 году мы выпустили миллионным тиражом ее, поскольку решался вопрос за Собчака или против, и за Яковлева. За кого? Мы выступали за Яковлева, наша газета. Прошел Яковлев, губернатор. Миллион. Вывезли мы 27 тонн газет из газетного комплекса на Ленинском проспекте. Наш теперь газетный комплекс не самостоятельный. Он теперь филиал московской типографии. Первая образцовая типография. Для смеха зачитываю вам, как она называется. АО Ордена Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени. Первая образцовая типография. О как! Акционерное общество. Никогда не думал о Октябрьской революции, что будет такие акционерные общества с таким названием. И Трудового Красного Знамени. И так мы, там, счета, когда выставляют, там это вот мы пишем. Нам говорят, идите в другое издательство. Зачем? Говорю, у нас такое издательство хорошее. Зачем? Другое. Это государственный комплекс. 100% государственного участия. Мы там давно, нас все знают, мы их знаем. Зачем? От добра добра не ищут. Нашли сей сэкономить. Очень хорошо печатают. Красиво. Поскольку наше время истекло, хочу вас поблагодарить. Очень приятно с вами было, так сказать, иметь дело, потому что мы активно сегодня все выступали, отвечали на вопросы. И у нас, по-моему, такое, так сказать, обсуждение вот этих проблем было. Я думаю, будет и дальше. Потому что это не должно быть односторонним слушанием, потому что вы заинтересованы в том, чтобы разобраться. И поэтому я хотел бы даже попросить, чтобы вы спрашивали, возражали, ну, чтобы вот вы сами осваивали и могли, так сказать, все вопросы, какие вам нужно осветить, осветить с моей помощью. То есть, ну, грубо говоря, вы идете, а я ваш костыль. А задача того, кто идет с костылем, научиться ходить уже потом без костылей. Вот и все. И то есть не будем преувеличивать значение преподавателей. Спасибо за внимание.